Итак, я добавила мою масочку для волос. Сейчас будет тоже маленькая вот такая баночка, 100 миллилитров, тоже 590 рублей. Ну, потому что я считаю, попробовать это будет нормально. Ну и к тому же это не такая дорогая цена. Итак, маску повторяю. Желток, масло оливковое, столовая ложка, масло кокосовое или мое масло. Любая масочка, столовая ложечка, коньяк, столовая ложка и столовая ложка меда. Все это размешиваем. Если у вас моя маска, там много масел, она не очень такая густая. Если вы какую-то густую масочку сделаете, то будет легче наносить. Берете кисточкой и просто как красочку вот так наносите. Можно еще надеть перчаточки и пропитывать, получается, волосы. Начинаете с корней, дальше продолжите дальше. Маска не красит волосы, но если уж прям какой-то пепельный блонд, не должна. Тут настолько, ну или не добавлять. Но вообще в коньяк нужно обязательно добавить. Ходим час под пакетиком, смываем, покажу эффект. Вот, кстати, давайте тогда эффект покажу и покажу, получается, укладочку легкую. Приготовьте плойку, мусс и лак. Все. Сделайте эту маску, вы не пожалеете.